Все, пошли. Поехали. Что пошла вперед? Домой. Я тебе покажу домой. Не толкайся, все собрал. Проверяй. Посмотри внимательно все. Посмотри внимательно. Ничего не потеряли? Если бы сумки забыли. Так, я хочу это. Курочку сейчас купить, маленькую. Пойдем, пожалуйста. Я не знаю, как помолчи. Помолчи. Бекки Джонс, Самбойс. Пророк Самбойс. Пророк Самбойс. Пророк Самбойс. Весеннее солнце. Идем. Весеннее солнце уходит вдаль. Идем, я знаю. Вон она вдаль уходит. Я знаю. Ну, что Джон прибрался. Молчи. Я села в Китай. С тобой как встретился, голова заболела. От твоих разговоров. Где елка? Елка? Да. А что мы с тобой с елками стали? Сейчас надо идти. Я так хотела с тобой. Ну пойдем сейчас. Ади, вот к этой, что стояла. На, вот это наша елочка. Да. Я подходил, спел песню одну. Я знаю, я тебя видел. О тебе думал, вспоминал. И я тебя хотела. И пошел к Вальке Крезаной. О, я день. Когда видео смотрела. В тот день. Блядь, думала. Ну, что ты думала? С тобой хотела под елкой постоять. Правильно. А не постояла нынче. А хуёво песню спела. Надо было под балконом. О. Там хоть, хоть зари. Матер сказал, еще раз говорит, там будет, придешь так. И будешь орать, говорит, под окном, так. Вызвал ментов. Я за Мазура заступился внука, что мне выбили плечо правое, до сих пор болит. Ну понятно. Он за девку дрался, я ментов вызвали, четверых они отпиздили ментов. И вести к нему. На мой день рождения, 5 февраля. Еще раз говорит, это трамбой, что придешь. Все, помолчи, помолчи. Еще раз под окно. Я не ору под окном у тебя. Еще раз. Не орал. Ну, мы на скамейке сидели. Ири. Нет, не лезь. Так, не ори, пожалуйста, сейчас. Я молчу. Не ори, мне надоел голос твой. Ага. Говор надоел. Сейчас сумка упадет и все. Пошли. Ой, Господи. С тобой очень тяжело. И бить тебе надо. Не надо. Молчи. Не надо.